Ваш звонок очень важен для нас. То есть сложно будет приехать к нам, да? Да, наверное, просто мы сейчас чуть загружены, вот, много и так работы. И как быть? Так, может попробовать еще какую-нибудь там компанию подобрать себе. Вы сможете мне перезвонить? Ну, что я могу сказать? Я запишу себе работу, у нас очень много. То есть вы не сможете перезвонить? Постараюсь. Так, мне ждать вашего звонка? Или мне самой позвонить? Ну, ждите, я могу позвонить вам. Давайте так, я вам сделаю расчет, и с ней будет подпись, там указан телефон, а вы попробуйте позвонить куда-нибудь еще, в какую-нибудь компанию есть, например, договор все заключают. А вы рекламируете другую компанию? Я вам советую просто. А почему вы советуете другую компанию? Просто неплохая компания. А вы? Мы хорошие. А, то есть наверняка не приехали? Если вы не хотите, не звоните никому. То есть вы помочь мне не сможете, да? Вы можете на нашем сайте сами рассчитать. У нас есть калькулятор. Зная свой объемный вес, вы можете прекрасно увидеть. Ну, давайте поработаем немножко. Я понять не имею. Я могу вам дать его телефон. То есть я еще куда-то должна позвонить, чтобы узнать, сколько упаковка стоит? Девушка, Юленька, я не просто не владею вопросом. Мне это не нужно. Перезвонить в понедельник сможете? Дело в том, что в понедельник, скорее всего, не я работаю. Вот, вам проще самой набрать. Вы запишите телефон, первый наш телефон. Это вот один из пяти... 926. Ой, сейчас, секунду. Смотри, пущу. 12-й какой этаж? Четвертый. Ну, собственно говоря, да, вот так все и получится. Как получится? Я себе в голове-то знаю, о чем я говорю. Вот, а вы еще просто говорите, да, вы еще не в курсе. Да, вы еще не в курсе. Я сошла с ума. Какая досада. А, Юля, а может проще сделаем? Вы можете записать мой прямой номер телефона? Мне сейчас не совсем вот удобно где-то записать. Я боюсь, что еще потеряю где-нибудь ваш телефон. А вы ваш компьютер скажите? Понятно. Просто, ну ладно, хорошо. Иди в баню. Я запишу в компьютере. Ну вот, вы понимаете, когда 5 телефонов звонят всего в 2 уха, а третьей рукой еще надо что-то хотя бы записать, сложно вспомнить, да, о том, что у тебя еще там какие-то еще поручения. В смысле? Разгружать грузчиков там находить, да, надо будет? Вы просто доставите. Ну, я не знаю, но ты сейчас не видят, знаете, такие тонкости, не знаешь. Но она своей жизнью довольна. Все хорошо. Извините, а вот можно как-то всю информацию мне на почту выслать, чтобы я не потеряла нигде вот эти расчеты? Могу, миленький. С утра пытаюсь интернет изнасиловать весь. Нет связи. То есть не получится мне прислать информацию, да? Никак. Не смогу. При всем своем удовольствии. Здравствуйте, я вот с вами общалась сегодня, вы мне обещали перезвонить через час, и не было как-то... Сейчас на обеде просто именно офисный вообще не подошел из-за этого. А, то есть на обеде, поэтому не смог перезвонить. Да, время достаточно долго прошло. Вот так обедают люди у нас. Предварительно вы мне в четверг сможете позвонить? А почему вы мне не хотите позвонить?